Вячеслав Викторович, а сделали ли вы прививку от коронавирусной инфекции? Я сделал прививку. И каковы ощущения? Как все прошло? Почему приняли такое решение? Если говорить, как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, вот, ну, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя. Мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателем, делать прививку или не делать, это вопрос каждого. Но все-таки нужно понимать, болезнь несет в себе проблемы. И есть еще проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни. Об этом надо подумать. Поэтому, когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя, и хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал.